Добрый день. Наши девочки 2 года 7 месяцев. Врачи нам диагностируют задержку психоречивого развития с элементами аутизма. Она совсем не разговаривает, не понимает обращенную речь, сама не ест, на горшок не просится, не идет на контакт с детьми, очень избирательно еде. В Ютубе я нашла видео, где мамочки рассказывали, как Давид помогает лечить их детишек от аутизма. Мы с мужем тоже решили связаться с Давидом. Мы позвонили ему 14 июля. Давид сразу же ответил нам, выслушал нас. И через 2 дня у нас был первый сеанс. Всего у нас было 5 сеансов за это время. Сразу же после первого сеанса у нас начали происходить изменения. Девочка стала намного спокойнее. Прошли ее беспричинные капризы. У нас наладился сон. В последнее время она очень поздно засыпала. Это мог быть и 1 час, 2, 3 часа ночи. С трудом засыпала каждый раз. Плач, капризы. Также просыпаясь, тоже плач и капризы всегда присутствовали. Сейчас этого ничего нет. Я ее зову спать, она спокойно идет, сразу же засыпает. И утром до утра спит, не просыпается. Просыпаясь, тоже не плачет, не капризничает. Так, это очень для нас хорошо, потому что в последнее время мы совсем не усыпали с ней. У нас начал проявляться указательный жест все чаще и чаще. Она все показывает пальчиком, может на телевизор показать, когда мультики смотрит. Там что-то, если покушать или водички хочет, тоже показывает пальчиком, и надо угадывать, что она хочет. В этот же день после первого сеанса она сама зашла в подъезд и поднялась по ступенькам на лестничную площадку. А до этого она умела только за ручку это делать. И даже сама в подъезд никогда не заходила, потому что там высокий подъем у нас. Она всегда вот за руку старалась, чтобы не упасть там. Мы очень удивились, когда она это сделала сама. Начала наблюдать за детишками уже. Может даже подойти к ним, со стороны наблюдает. Раньше это было совсем неинтересно. Ее стало интересовать все, что происходит вокруг. Она наблюдает за деревьями, за всем начала наблюдать. Уже у нее появился интерес. Ну, такие у нас изменения за это время. Надеемся, что дальше у нас будет все больше и больше изменений в лучшую сторону. Мы будем продолжать общаться с Давидом. Большое вам спасибо, Давид.